Так, заменил карту памяти на регистраторе. И продолжаем движение дальше, в сторону Красноярска. Трасса М-53. Но почему-то она обозначается по-разному. На навигаторе показывает, что трасса Сибирь, Р-255 и Ан-6. Дорожные указатели говорят, что это М-53. Какие-то непонятки. Автомобиль Шкода Фабия. Механическая, пятиступенчатая коробка передач. Базовая комплектация. Резина зимняя, шипованная. Температура за бортом минус 7 градусов. Облачно. Полотно дороги сухое. Трасса проходит на пересеченной местности по холмам Коробиной части. Движение слабое, интенсивное. Ведет подъемка. Ветер боковой. Средний расход бензина получается 4,6 на 100 километров. Скорость движения 80-90. Посадочное количество автозаправочных станций встречается довольно часто. Есть и мотели, придорожное кафе, бани, сауны. Слабенькая дорожная торговля на трассе, имеется в виду участники. Обычно выезжают и торгуют здесь сельхозпродукцией, картофелем, сахарами, ягодами, грибами, ну и так далее. Эфир 15 канала, где общаются водители, должен содержать нормативную лексику. Прошу это учесть, отключить или убавки звук. Автомобиль Шкода Фабия не предназначен для дальних поездок, если вы планируете ночевать и спать в автомобиле. Одному человеку еще куда не шло, но двум это уже утомительно. Я уже не говорю про большее количество. Это при условии, если не будете останавливаться на ночевку в гостиницах, в мотелях. Тогда можно и на такой машинке ехать по России. В этом регионе, вот от Иркутска, наверное, до Новосиба, очень много праворульных и кошек. У них специфическая манера вождения, поэтому нужно быть предельно внимательным и осторожным. Ну, например, обгоняя, он вплотную прижимается с левой стороны.
если идет на обгон, то он полностью вытащит на встречную полосу, посмотрит, есть ли встречка или нет. Это тоже напрягает, такая манера поведения, такое поведение. Стоимость топлива на трассе колеблется, разница составляет 2-3 рубля за литр. Я обратил внимание, что например, при подъезде и выезде из города стоимость топлива дороже, чем в самом городе. С чем это связано, не знаю. Продолжайте путь более чем 100 километров. Просто имейте в виду, что зачастую в городе, ну, в таких небольших городах, стоимость топлива в городе ниже, чем на въезде и на выезде. Евро-ойл. Достаточно низкая цена. С бедом идет АЗС. Сейчас посмотрим, что за фирма. Название не указано, но цена такая же. Небо начинает немного местами проясняться. Думаю, будет, наверное, как вчера. Во второй половине дня солнце начнет бить в лицо. Временами проглядывает солнышко. В машине становится сразу жарко. Белый снег лепит. Я думаю, что всегда нужно в автомобиле иметь темные очки для таких ситуаций, желтые очки для езды в тумане и поляризационные стекла для езды в ночное время. Бьет сбоку, лицо, не очень комфортно. До Красноярска, щит показывает 90 километров, показатели. Чаще начинают попадаться мотели, ну, а АЗС они более-менее равномерно распределены на трассе. А мотели больше тяготеют к городу. Ну, по всей вероятности рассчитаны на то, что горожане будут приезжать сюда
15 канала молчит. На солнечной стороне снег уже посмирел, начинает таять. Правая сторона дороги уже влажная. То есть уже чувствуется здесь напряжение какого времени. Скоро на трассах начнут продавать березовый сок. Другую, наверное, собственного производства продукции. Организм начинает постепенно адаптироваться к новым часовым поясам, к новому ритму. Впереди у нас Красноярск. Город заезжать не будем. Обойдем его по объездной. Может быть, справа видим. Видна будет панорама города. Не знаю, как получится. Через город ехать это потерять час-полтора времени светлого. Кроме того, у меня есть видео, где там город сошла. Движение по улицам города. Навигатора, наверное, на Екатеринбург. Посмотрим по обстановке, по заказам небу. Снежная пыль. Может быть, с горки сдувает, а может быть, снегопад ожидается. Ну, посмотрим.
видно, видно на регистраторе нет, снежок мелкий пошел. До Красноярска указатель 37 879 до Новосиба. Интенсивность движения выросла, чувствуется приближение к городу. Прекрасная панорама. Вот, в принципе, если автотурист он мог остановиться, может быть, на час, может быть, на два, полюбоваться природой. Прекрасно и в зимнее, и в летнее время. Thank you.
нашем город показал прибор 66. Стали появляться рекламные щиты. Мгновение большого города. Так, что мы смотрим? Прямо движение в Новосибирск, направо Красноярск-Абакан. Мы, наверное, поедем прямо. Стоянки, сервис, мойки, кафе, столовая, часовой сервис, стоянка на ночь. Красивая панорама, очень красивая. К сожалению, угол регистратора, угол обзора маленький. Развернуть его целая проблема. Поэтому верьте на слово. Точка на колесах предлагает обогнать.
контроль ставить. Берем курс на Новосибирск. На Новосибирск 102 километра. Полный создатель. Что дальше? Так, запитывала камера. Установленная на шторм. А я с вами контролирую. Вот, если как тебе это шараха еще не забегает там. Удаляемся от радара. Канале реклама друг друга забивают.
классно. Какой-то водила неадекватный, влево-вправо, повышенный обгонять.
до Ачинска 60 километров. Появились продавцы вдоль дорог, что с левой, что с правой стороны. Торгуют медом, березовыми вениками, шкурами диких животных, чучелами, медведь, волк, куница, белка, птица разная. Также глубинными изделиями, картинки, вазочки, вообще все, что можно из бересты сделать, торгуют остальные изделия. Ягоды вижу. Знают, в какой трассе мы едем. М53, Р-255, Р-6. Временами сыплет снежная пыль. Но снег вдоль дороги уже серый. Уже серый. Последние отголоски, наверное, зимы. Так, подъехали к Ачинску. Два варианта. Через центр или объездную. Не хочу я центр. Едем по объездной. Объездная Ачинска.
отличие от Канска, объездная Ачинска лучше, чем через центр. Канск лучше через центр, чем по объездной. Над городом сизое облако этой пыли, этой гадости. Смех кругом серый. Даже вот омыватель включаешь, он размазывает эту грязную пыль. Атмосфера, конечно, здесь ужасная. По-моему, это один из самых грязных городов в России в плане атмосферы. Сколько труб, я думаю, вы, наверное, заметили, не знаю, попало это все на регистратор, нет. Но поверьте, огромное количество этих труб, все они дымят. Вот в данный момент это дым, это пыль, все это идет на город. Размазывает по стеклу. Вот хрень, которая осаждается. Кошмар, конечно. Чуть дальше будем проезжать Телекон с левой стороны. Я не буду останавливаться. Не буду поворачивать регистратор, вы сможете увидеть сами. Краешек, может быть. Жалко людей, ё-моё. Запах, как будто древесный уголь от
следующее спалили водой. Такое вот испарение, такое вот. Чем-то напоминает. Не такую точно, чем-то напоминает. Жуткая экологическая атмосфера. Плачинский. Самое страшное, это да, весь дым, вся эта дым, вся эта хрень, она идет вот прямо на город. Видно, как на городом навис завесом на облако. Регистраторы не могут повернуть, чтобы показать вам. Как зонтик над городом висит. А там дети, женщины, кого они могут родить после такого воздуха? Зато кто-то набивает себе карман. Движемся в сторону Кемерово. Первый лежащий, самый первый ближний город Боготол. Километров, наверное, 30-40 до него. А далее Кемерово. Кемерово, по-моему, 400 с лишним километров. Конечно, сегодня в Кемерово не доходило. Слишком большое расстояние и времени светлого очень мало. Самочувствие, возраст, все это в норме. Я вот уже чувствую такое свое состояние, ощущение, близкое ко второму дыханию, как я говорил вчера. Прямо в лицо, в глаза. Что-то я не наблюдаю серьезных облаков на горизонте. Картинка тоже, наверное.
блин. Давай, обматери его. Артюха. Ты пропустил машину в лес. Проехал от Плащевска до сих пор этот запах, что ощущается во рту, такой металлический, что ли, привык.